Друзья, всем привет, добро пожаловать в Escape from Tarkov. Это 14-й день пути со дна с прокачкой с нуля. Сегодня буду выполнять квесты на локации «Берег». Не могу я просто так взять и не похвастаться тем, что мне удалось все-таки схрон второго уровня себе поставить. Бам. Склад. Смотри, какой красивый теперь стал. Это раз. 8,5 миллионов теперь, офигеть. Ну, теперь схрон на 100 ячеек больше стал. С АКМ мне необходимо выполнять квест на берегу. Для этого я прикупить решил себе приклад Урал. И хочу взять еще штурмовой прицел. Есть тут дешевые варианты штурмовых прицелов. Это Елканы, да? 30. Ого, 21. Нет, 22. Окей, забираем. Хороший прицел, довольно удобный. У него меняется кратность. Его можно также использовать как механический прицел на ближней дистанции. Сейчас все в бою и покажу. Пару магазинов дополнительных прикуплю. Оу, а эти алюминиевые поинтереснее получается даже. Ух ты, не думал. Будем знать. Еще по одному из квестов, по которым я планирую сегодня пробежаться по берегу, это маркировка. 3 маяка беру. ЧВК готов и заряжен, но первый рейд ознакомительный будет за Дигова на развязку. Мне нужно 2 видеокарты еще надыбать, сами себя они не найдут, поэтому Дикий в помощь. Работает для него, как всегда, гора целая, так что нехрен прозябать вечернее время и есть шанс порыскать на локации. На месте будем ориентироваться. Главное, что у меня есть автомат и маломальская какая-то сумка, уже неплохо. 15 минут. Пойду в Олли. В Олли. По магазинам прошвырнемся, там послушаем, посмотрим. Погнали, короче, сначала через Олли. Не хочу шуметь, стекла разбивать. Через парковку зайду. Незаметно. Сигнализация уже работает. Да, оно всегда, в принципе, работает. Это даже не удивительно ни разу. Странно, наоборот, когда оно не работает. Поищем видеокарту. А, там уже кто-то скачет. Ее не один, их двух. Уже поискали видеокарту, да? Ну, спасибо, пожалуйста. А мне что остается тогда? Компьютеры шатать? Не. Придется довольствоваться малым. Ну, ладно, это за Дикого. Пробежка, так что даже если он немножко денег вынесет, 1100, уже неплохо. Приварок какой-никакой будет. А компьютеры уже лутанули, да? Нет. Хотелось бы, конечно, в техно всякие там сходить. Там посмотреть, но это лучше заходить за ЧВК и на раннем тайминге, но это 100% почти гарантия того, что придется перестреливаться, придется отбиваться от всех конкурентов. С того компа снял, но его все выткнул. Да не, чепуха это все. Так, тут есть, в общем, еще 3 целых комнаты. Это что такое? Холодная сварка. Не годится. Окей, тогда на заднем... В административ... Не административка, я даже не знаю, как ее, бэк-офис, типа там какой-нибудь... Там есть 3 офиса с компьютерами. Давай-ка их, наверное, посмотрим. Здесь что-то можно будет найти. Ничего. Походу уже пробежались. И возможно эти типы, которые вначале бежали, они как раз через Золи прошвырнулись. Потому что тут ни диких, ни кого. О, и свеча, нормально. О, еще свеча, нормально. Когда я вас искал? Вы здесь лежали, оказывается, в этом рейде. А я вас в других рейдах искал. Тут целых 3 компьютерные комнаты. Будем надеяться, что их еще не выковыряли все.
Но дверь вроде закрыта. Это хороший знак. Хороший знак, но никаких гарантий, что... А нет, смотри, есть что-то в компьютере. Кабель. Провода. Ничего этого это не стоит. По крайней мере, на момент записи я забежал на барахолку, посмотрел примерно, приценился, сколько какие железяки стоят. Сейчас интересно забирать только кулеры. И все, ни конденсаторы, ни пучки проводов, ни харды, ни DVD, тем более, никогда не были они в цене. Все это стоит копейки, нету нифига. Пойдем в следующую комнатку. Здрасте. Выглядит так, как будто все такое, знаешь, нетронутое, девственное. На самом деле ощущение, будто из компов все повытаскивали. И просто не брали то, что... Блин, вообще пустой комп, серьезно. Их, наверное, утонули. Не верю, чтобы в двух комп... в трех компах подряд не было ничего. Походу, тут ловить нефиг уже. Пошли тогда рисковать, чё? Рисковать было бы чем? Чё тут это, Ксюха? Пойду в бутики схожу. Ой, блин, и таймер красный уже. Нафиг эту сумку тогда. Ну вот тебе, сходить полутаться за дикого, это даже, наверное, не знаю. Даже, наверное, проще сейчас за дикого не внутри где-то лутаться, а бежать по тайникам вокруг развязки, вокруг этого торгового центра. Между прочим, я посмотрел карту. Походил на офлайн рейды. И теперь знаю, где какие тайники находятся. Следующий рейд, наверное, как раз по тайникам и прошвырнусь. Да и в Расмусе уже. А, нет, смотри, ящик не открыт. Лампочка лежит. Да и стоит она сейчас копейки. Видим, а, ну тут тело ли... Все, понял, понял. Тут все выгребли. Искать тут нечего. Зато... Зато Black Rock есть, и рюкзак у него там лежал. Трезип, ничего себе. Отнять. Вот так вот. Ладно, теперь можно все впитывать, что не попадя вообще все подряд. В техно наверняка уже все выгребли. Тогда забираем все. И лампочки, и конденсаторы. Вынесу хотя бы то, что можно вынести. Пусть это стоит не особо много, но с пустыми мешками выходить тоже такой себе прикол. 7:50. У меня осталось совсем мало времени на выход. Кек, это хорошо. Пошел я тогда на МЧС. Сумочка не тронута. О, спасибо, пожалуйста. И два тайника здесь как раз на ящиках. Один где-то в кушарах, тут должен быть возле ящика первого. О, наступил на него, точно. Ну скажи, что не лутано, пожалуйста. Бам, падет. Бам,
Бам, нифига. Это что за оружейка такая? Второй тайник рядом, тоже ящик. Ну вот, пару тайников посмотреть, и можно на выход идти. Такое себе, короче, выходить за дикого и лазить внутри. Даже в вечернее время уже все выгребли подчистую. Либо еще позднее выходить. Может, вообще ночью стоит выходить. Фиг его знает. Ну ладно, как бы то ни было, я пошел тогда на выход. Хоть что-то вынес уже. Неплохо. Да пойдет, что нам, гадам? Мешок хороший вынес, разгрузку хорошую вынес. Сейчас это все продадим, и уже нормально. Вот, худо ли, бедно ли, а патроны всякие, чайник антикварный, это все хорошо. В общем и целом, 1150, может быть, 200, дикий, вынес. На 250 000, может, даже при хорошем раскладе, при хороших ценах. Итак, что у нас тут? Место вообще, кот наплакал, да? А, вот, у нас вниз он, смотри, увеличился. Ну да, 100 ячеек, как я, в принципе, рассчитывал. Сейчас тогда порядок тут наведу немножко в схроне. Вот так примерно. Вот и место появилось. Отлично. ЧВК у меня готов к бою, так что тянуть смысла нет. Иду на берег с утреца. Страхуем автомат и мешок. В общем, смотрите, цель рейда на берег — это в первую очередь настрелять 15 диких с АКМ. По возможности, конечно, 15 диких. Сколько получится, столько получится. Есть еще два квеста, которые у меня здесь заряжены. Это поиск групп, которые были отправлены терапевтом, и метка торговых точек для прапорщика. Метки для прапорщика и группа терапевта находятся в одних и тех же точках. Это Лазурный, Норвинский и Коттеджи. Поехали, будем пробовать выполнять. Спавнился я. Хо-хо-хо. Какой неудобный спавн, если честно. Мне бы наоборот, где-нибудь на краю локации, либо у туннеля, либо у дороги на таможне. Но здесь зато есть тайничок. На берегу я тоже посмотрел, где находятся тайники. Теперь с пустыми руками точно не будем выходить из рейда. Тайники... А, вот он. Тайники я теперь знаю, где находятся, поэтому у меня большой мешок, 3 зип. Так что в случае чего, все будет окей. Лупас, нормально. Ну что, придется тогда идти в центр, в Лазурный. Как бы мне не хотелось, мне по-любому придется зигзаги нарисовывать тут. Наверное, через Лазурный это ближайшая точка, будем... Посмотреть еще, что там в административном корпусе. А оттуда пляска будет уже. Обадя, а это на скале, да? В Лазурном, как всегда, кипиш в самом начале. Зря я сюда прискакал. Ну ладно, уже раз уже здесь. Ты еще живой? Живой вроде шевелится. Да. Есть. 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 Один из 15 есть. Нормально. Патронов сразу докину. А, в административке, может быть, посчастливится что-нибудь найти ценное. Там есть пару кабинетов интересных. Как раз с административки я смогу попялиться. Что там происходит возле газели медицинской помощи? Мне как раз к ней нужно будет подскочить, там ставить маркер и обнаружить там же тела. Опа. Здрасте. Ох уж это отдача. Упс, патроны. Подожди. Бляха, муха, чё, кого он так разматывает-то быстро?
Блин, справа еще кто-то. Плохо, 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 плохо. Ой-ой-ой, а у меня всего одна жгутятина. Хорошо хирургический набор с собой взял, не пожалел. Место и денег. А бейсбол приму? Вазелином смажемся. Сейчас заберу тогда его и все. Не буду тут сидеть и пришиваться. Найдем сейчас где-нибудь местечко укромное. Спокойно присядем, спокойно вылечимся. Здесь на виду оставаться не вариант. О, это Юсек, кстати, был. Ты же мне нужен по квесту. В аккурат мне один жетон сдать осталось. Юсеков. Так, а тут в подвал, по-моему, можно... Да, можно спуститься. Дверь открыта. Ладно. Посижу, полечусь, послушаю, что тут происходит. Кто-то тут топал, я слышал. Есть тут, есть кто-то. Как раз возле того типа, которого я подстрелил. Там где-то и шатались. Так, с западного. Или в западный вы идете? Ой, это ко мне. Ай, патроны, патроны. Сейчас, 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 подожди, давай. Ну давай, чё ты? Кровотечение, как жить-то с этим? Ох, аптечка кончается. Походу я выполнил квесты. А, еще один подскакивает там. План Б. Надо мне в спину заходить. Ой, блин, болик кончился. Как все вовремя-то происходит, пацаны? Пацаны, я свой. Не надо. Тоже лечится. Ну да, я там попал несколько раз по ним. Это друганы, блин, жалко. Я думал, сейчас с восточки как прибегут, как заруба начнется, как под шумок убегу от них. Сидим, пердим.
По-моему, они знают, где я, сидят там, ждут меня просто на выходе. О, я еще и магазин профукал, потерял. Черт возьми. Все, БПшки кончились. Как хорошо, что я ПСки с собой взяла. И эти не спрятать никуда. Фу, как это звучит отвратительно, когда они шифтуют и думают, что это не слышно, ужас. Так, один в восточном корпусе, один здесь, видимо он. Да, они не понимают, где я. Они думают, что я до сих пор на втором. Тот, видимо, отход смотрит на первом этаже, где коридор этот стеклянный. А я, значит, хитрый. Сейчас магазин попробую еще забрать свой. Руки трясутся, надо перелом залечить. Шина есть у меня? О, да, шина есть. Ну, я, конечно, подготовился к этому рейду. Правда, медицина маловато. Нужна еще одна аптечка, если на ПВП какие-то возьму идти. В соло, тем более. Одной аптечки маловато. Либо жгут у меня... Всего один был. Пару жгутов брать, либо вообще гемостатик. Если ты смотришь коридор, вот и там в здании. Что если я Себастьяна нарисую? Да ладно, они выпустили меня? А нет. Ух, блядь, смотрит прям на меня. Почему не стреляет? Не видел? Он не видел меня. Еще один юсек был. Куда я залез? Зачем я пришел в этот лазурный? Что я тут не видел? Какие нафиг... Ранние тайминги на... Все, нормально. Еще полный магазин сейчас зарядим. Хотя нет, зря я тут сижу, заряжаю полный магазин, наверное, да? Давай я его попялюсь, что смогу утащить сразу фить. Дай медицину, братишка. У него нет медицины, да? Или есть? Грызли. Нет, пропан. Ой, твою мать, там кто-то подходит. Почему не одевает? Нельзя, потому что... Мешок в мешок и на себя. Я пошел. Все, манал я эти ПВП-баталии. Калибр хороший, конечно, но оружие капец. Задача такая, что только штукатурку подпортил там в лазурном. Охо-хо. А у меня живота-то нет, оказывается, практически. Мне срочно нужна медицина. Все, я здесь больше задерживаться не собираюсь. Медицина есть, знаете где? На чупа-чупсе есть. До свидания. Я пошел с заботами. Потом лучше вдоль дороги пройдусь.
Чё за рейд-то неспокойный такой? Чё же мне так везёт-то? Слушай, а он, по-моему, завис. Разрыв соединения, похоже. Да. Ну, прости. Это был ЧВК. О, БП. 7.62. То, что надо. Скажи, пожалуйста, что у тебя есть медицина. Но не вышел же ты в рейд без единой аптечки. Хотя, может быть, в подсумок спрятал. Ой, первый уровень. Вот это неудача, конечно. Прикинь, ты такой скачиваешь. Покупаешь, скачиваешь игру, первый уровень, пошел в рейд. Вылетел из игры, загружаешься назад, а тебя уже убили. А ишка всего у него одна есть. А можно, кстати, тритон у него забрать, гляди. Ну, если что-нибудь поинтереснее найду, то я обязательно сброшу. Может быть, у него это все застраховано? Хотя это его проблема, что он вылетел там и... О, вот это мы заберем точно. О, это можно на автомат присобачить, наверное, да? ДТК. Точно, точно. Нормально. Пойдет. Ну, если найду какую-нибудь волыну, то автомат его выброшу. Посмотрим сейчас, что, как пойдет. Так, под базовой станцией есть еще... Чё за херь? А, там колючка на... О, господи. Я беззвучно, незаметно еще урона получил по ногам. Надо живот лечить. И пожрать бы не помешало. Смотрю, у меня 23 энергии, 39 гидрации. Или может... Хотя нет. Это больше ячеек занимает МРЕшка. И энергии больше она мне даст. Здесь недалеко есть еще несколько тайников. Плюс на самом Чупа-Чупсе надо поглядеть бота. А самое главное, это медицинская сумка, которая есть на метеостанции. Обитает. Ага, вот он. Стой. Ё-моё. Вон он, сука! Тихо. Ой, как руки-то быстро устают. Жесть. А что так колбасит руки, не понял? А, у меня руку оторвало. Пришиваем. Чё-то я вообще выпустил из виду. Что, у меня руки-то нет? Там уже не руки, а просто клешни такие, щупальца. Они настолько коротенькие. Вот, хотя бы тряски нет.
Давай, давай, выходи потихоньку. Хочется бесшумно просто его подстрелить, чтобы он там не агрился, не орал, не стрелял, тем более. Не хочу привлекать сюда внимание. Потому что я еще тайники хочу глянуть, там целых 3 тайника, я знаю, где лежат. Недалеко здесь рядом. По-моему, придется подходить ближе. А их двое там. А он за генератором здесь. Да? Да. У него МК-3. Фонарик, поделись. О, МК-3 побольше будет, чем Тритон. Ну все, тому значит, если застраховал Тритон, значит вернется. Киба? Я нашел Киба ключ. Офигеть, это от решетчатой двери? Нет, от двери магазина. Втыкаю ультра. Вау. Я что-то не припомню, чтобы я в диких находил Киба ключ. И что я там в этом норвенском или в лазурном не видел? Тут вон дикие с киба-ключами ходят. Где второй? Откуда я его отсюда примерно стрелял? А, вон, вижу. Вижу, вижу, негодяй. Что там? Ну, тут поскромнее. Пистолету. 5000. О, мне еще и бронеразгрузку вон в 16,5 очков оставили, выбили. Да, если уж идти на ПВП, то идти на ПВП. Нормально одеваться, посерьезнее, не в 4 классе, по возможности 5 или 6 там. Короче, заряжаться, тем более в лазурный. Либо уже если собрался за ботами, то надо было идти за ботом. Чего меня туда черт дернул идти, капец. Главное, что выжил в этом лазурном. Еда. Воды бы еще. У меня 25 гидрации, энергии моря. О, вот и вода. И самое-самое интересное. Энергия у меня валом. Это медицинская сумка. Дай, пожалуйста, Салеву. Или автоаптечку хотя бы, вылечится бы. Блин, спасибо. Видеокарты есть? Нет. Зато есть сейф, компьютер и картотеки. Посмотрим картотеки. Рекомендую для стресса поснимать, потратить там денег, сходить там пошопиться, все такое. Это вот после какой-нибудь ПВП, в которой ты выжил, выбрался с гребаной засады. Это поковыряться в каких-нибудь картотеках, расслабить нервишки. А чё мусор-то один? Раньше на берегу в картотеках частенько спавнились ключ-карты от лаборатории белые.
телефон тоже ничего не стоит сейчас. Прям стабильно, если ты пробегал на берегу по картотекам, либо здесь, либо в Норвинском, обязательно в картотеках были ключ-карты от лаборатории. Нет ничего интересного в этих картотеках. Тогда... Ну пошли тогда по тайникам здесь. Сейчас все покажу, где тут тайники рядом. Вот он первый на углу поваленной избы. О, сок, чернота, вкуснявый. Перегруз сильный, я решил автомат того типа скинуть. Пусть вернется. Порадуется страховке, если страховал. Мне он ни к чему. Второй тайник. А, вот он. Вот здесь погорелые молодые деревца такие вроде, что ли, или что-то в этом духе. И в кустиках. Ты ничего. К ориентирам может служить не только поваленная изба. Рядом с поваленной избой там лежит этот самый. Еще один лупас. Нифига. Беспилотник вон справа. Вот у избы на погорелых деревцах. И тут крест есть еще, могила чья-то. Вот перед ним еще одна бочка. В общем, пойдем к дороге. Вдоль дороги буду идти и смотреть ботов. Готов. Еще один. Не попал. Там на территории этой в доках в этих есть еще тайничок. Напротив доков тайничок. Вообще, если честно, офигел с того, сколько здесь тайников. Ну, он там засел, сейчас будет сидеть там пару-тройку минут, это точно. Может быть, проще пойти тогда его и выковырять оттуда. Прицел позволяет. Вот так можно его как механически использовать. Ой, еще трупец на дороге. А это не я уже сделал. Это, видимо, кто здесь заспавнился и как раз вдоль дороги и прошел. Перестрелял всех. Ага. Слышу, слышу. Я все сделал без шума и пыли. Можно их спокойно лутануть. И можно будет тайники посмотреть. Хотя здесь не очень... Удобная позиция, РПС-ку я отниму у тебя, пожалуй. Маяки, маяки. Маякам, по-моему, пофиг, откуда доставать он будет их. Вот так вот. Во, ништяк. Пойдет. Маску можно. Намордник мой вернется по страховке, а маску мы продадим. В
Вообще, если честно, я прифигел с того, сколько здесь тайников на берегу, и причем на таких популярных тропинках, которые я постоянно пробегаю мимо, я мимо тайников постоянно, получается, пробегаю, что на той стороне в деревне, что здесь их огроменное просто количество этих тайников. Я вам только половину тайников показал. 1, 2, 3, 4, 5 тайников показал. Тут их еще больше, тут еще их 1, 2, 3, 4 тайника, которые я знаю. Которые мне удалось изучить, так скажем. ПС-ки заберу, патроны. Так что, если есть возможность на ПВЕ сходить и посмотреть, где какие тайники, лучше сходите, посмотрите. Потому что никогда лишним не будет заглянуть в какой-нибудь тайничок другой. Один раз я пробежал, поэтому не совсем точно помню, где они, эти тайники. Где-то вот, где вот эта резина валяется, где-то вот среди резины был тайник. Нет, не это, дальше походу. Так, один был бот на скале. Двое на чупа-чупсе. Двое на дороге. Пятерых я уже подстрелял. Вот, даже квест потихоньку делается. Это не может не радовать. Осталось 10. Тайник я, походу, прошел уже. Вот он, зараза. Прикинь, я рядом с ним тут, оказывается. Убил бота. Все, так и запишем. Поняно. Сок. Сок можно выпить. Не, лутать не буду. Слишком уж открыто. Следующий тайник. Тут, короче, гайд по тайникам получается. Здравствуйте. Вот вам тайник еще один. Пятерых, да, точно, я не ошибся. Свеча еще одна. Ладно. Погнали к следующему тайнику. Не, ну а чё, все тайники по пути, я в любом случае сейчас двигаюсь в сторону Норвинского. Я хочу на Норвинском часть квеста попробовать сделать. Там нужно будет группу терапевта найти. Даже если я все три группы не найду в этом рейде, то я метку поставлю туда. Значит, за меткой уже точно туда не нужно будет педалить. Блин, тайник такой себе. Не очень-ски. Если останется время, то можно будет вот теперь на более позднем тайминге сходить наверх, подняться к Лазурному, поставить метку. А, нет, никуда я не пойду, красный таймер. Бляха-муха. Подожди. Что-то я не посмотрел, нифига. Хорошо. Бот с адаром был. Да, невнимательный я что-то, невнимательный. Но на первый взгляд тишина.
Эх, жаль, жаль. Много я времени очень потерял на лазурном, и из-за этого я теперь еще и с этими квестами. Короче, схватился за все направления и не выполнил ни одного. Ну, хотя шестерых ботов успел настрелять, это уже неплохо. Горячий электрод придает сил. Навык, сила. О, тут труп лежит. Навык сила временно бустит. В сила еще что-то там, не помню точно. А это Юсек. Бывший. О, еще один. И еще один. И еще один. И там дальше труп. Вот это кто-то тут развлекся. Да тут полкарты лежит, смотри. Жопа. Тихо, тихо, тихо. Что ты дышишь, как лопат? Давай, втыкай маяк. Куда его втыкать? Или в машину? Не, не в машину. Тут только закрыть можно багажник. А куда втыкать маяк-то? Я что-то забыл. Сюда же вроде бы. Да, точно. О. Хоп. Нормально. Есть же выход у меня здесь, да? Да, лодка на причале, тоннель. Проверю, работает ли выход лодка на причале. Если работает, пойду бота лутать. Если нет, то надо бежать в сторону тоннеля вдоль берега по дороге по этой. Ну, давай быстрее. Есть. А лодка не работает. Точно. Ну что, у меня плохие новости. У меня осталось меньше 7 минут для того, чтобы добежать до края карты, до тоннеля. Сожрать шпроты. Может попробовать скинуть что-нибудь по барахлу. Пистолеты. Ой, блин, сука, 1 килограмм всего скинет. Это надо оружие скидывать. Нафиг. Ничего не буду скидывать. Тогда попробую выбраться все-таки. Я думаю, 6 минут мне за глаза хватит. У меня еще и в запасе останется. Это кажется, что вроде бежать далеко. Но если меня никто там не тормознет, то я вообще без проблем смогу выбраться с локации. Кстати, по пути еще пару тайников можно будет посмотреть. Хотя, если тут лазили... Один из тайников точно расковыряли. Респиратор мне нужен еще по квесту. Забирать... Тут кто-то их снайпер почекрыжил какой-то. Нормально так почекрыжил. Шина там одна всего. Ты в этой дороге или вдоль нее? Как раз выйду. Тоннелю. Первый тайник открыт. Ну, этот тайник всегда открывают. Он всем абсолютно известен. Тут только ленивый не спускается, не разбирает этот тайник. Точно, не послышалось. Куда ты? О. Пачак пробил. Все, пошли. Хоп. И тут еще тайничок один.
Где-то то ли под кустом, то ли под камнем. Под камнем, да, вижу. Оп, почти. А вот этот тайник никто никогда не разбирает. Ой, ЛШЗ заберем лучше. Чик. Сука, зацепила, блядь! Да вышли, вышли, парни. Вон они и бункер отстреливали, и по боту. Накидали. Знатно. И времени у меня осталось 2,5 минуты. Я же говорю, успею. Ну да, это на выход пацаны шли, короче, и попутно. Зачищали себе дорогу. Зря я, конечно, полез в лазурный сразу же в начале рейда. Надо было мне бежать по другому немножко маршруту. Но, тем не менее, я выжил, и это хорошо. Плюс еще и в мешке барахла вытащил. Ничего, ничего. Еще разочек сходим. Фига себе, 7 диких и 3 ЧВК. Еще что-то жалуешь, что типа... Все ровно отличный рейд получился. Еще и Баблинского поднимем. Так, так, так... Место освободилось немало в схроне. Может быть, за дикого тогда сходить на развязку, чисто по тайникам пробежаться. Кибо ключ сколько, интересно, стоит сейчас. О, 400 тысяч, нормально, нормально. Не, ну это, вроде разгрузился туда-сюда, назад вернул маячки, шины, аптечку, гемостатик взял. Все подготовил, отремонтировался, все нормально. Готов. Но хочу сходить за дикого. Хочу пробежаться все-таки по тайникам на развязке. Поглядим по спавну. Если спавн будет удобный по тайникам, то по тайникам. Если нет, то нет. Будем действовать по ситуации, короче. Сумка-трансформер и минимальный. Ой, блин, я прям вообще в гашане, да, зас? О-хо-хо-хо-хо. Хо-хо-хо-хо. Пошли компьютеры смотреть. 17 минут есть. Нормально, нормально. Сейчас сориентируемся. Блин. Неужели опять все вскрыто? Да ну, капец. Так нечестно. Да, по-моему, тут компьютер уже расковырял кто-то. Нормально так расковырял. Нормально, нормально. Ну да, фигня всякая лежит. Ладно, все, я не буду больше пудрить мозги по этим компьютерам. Пойдем тогда в сторону выхода МЧС. Тут возня пока происходит. Времечко есть у меня полутать эти все тайники там. Если в сторону МЧС сейчас от идеи выходить, то знаете, сколько тайников мы сможем посмотреть? 1, 2, 3 под мостом, 4, 5, 6, 7, 8 тайников. Вот так вот. Уж сумку-трансформер, я думаю, точно битком набьем. Каким-нибудь добротным лутом. Парям. Попялимся, что там у нас. Можно, конечно, по, как некоторые рекомендуют, идти на завод быстрее рейды за дикого. Типа бах-бах, двоих там подстрелил, чик-чик, нацепил на себя и все, и свалил. Но дело в том, что я стрелок такой себе. Мне проще какие-нибудь интересности полутать, побегать, посмотреть. Да и вообще, тарков я люблю не за то, что тут... Бах-бах, перестрелки. А больше за вот эту вот возню, наверное, всю. Вот такой вот я игрок. Мы же все разные игроки, правильно ведь? Правильно. Вот я вот такой игрок. Итак, начинаем. Первый тайничок.
Вот здесь посмотрим. Второй там на картингах. Вот она бочка. Уехали. Понял. Не базарю. Второй тайничок здесь. То ли под деревом, то ли под кустиком. Под кустиком, походу. Ай, тоже, наверное, лутанный. Черт возьми. Панама. Так, два тайника вскрыли. Третий под мостом. Такие себе дикие тропинки по тайникам. Но я думаю, если за ЧВК выходить, не заходить даже внутрь, а взять какой-нибудь пистолетик там или еще что-нибудь и рюкзак дикого, и пройтись только по тайникам на ранних таймингах, когда они еще набиты лутом, я думаю, можно нормально так подфармиться. Пустые, бляха-муха. Пошли в лес тогда. Вот эта железная дорога, которая передо мной, она как раз к выходу и приведет. Да блин, и тут лутаны, ну вы что, серьезно? Вы все тайники, что ли, обшмонали? С ума посходили? 4 тайника всего осталось. Ну, половину тайников прошерстил, нифига не нашел. Бронежилет, панаму. О! О, вот это другой разговор. М61 продадим, КБКРА продадим, люгер, болты, нормас, нормас. Во, вот это я понимаю, вот это вот тайники уже пошли. То есть рюкзак дикого, скорее всего, набить можно на за ЧВК. Тут сразу же, если подскочить. Хотя, честно говоря, эти тайники редко кто выковыряет. Просто я, наверное, так удачно попал в такой рейд, в котором обязательно нашелся какой-то, да тоже лутанный. Нашелся такой же, как и я, хитро мудрый, который по этим тайникам решил пробежаться. Так. Где тут? Вот он. Но этот, возможно, тоже вскрыт. А нет. А да. Шлемофон. Все, последний тайник остался. Но тот вряд ли вскрыли. Он находится в кушарах. А я, по-моему, пробежал уже мимо этого тайника, да? Да. Тик-тик-тик. А вот они, эти кусты мохнатые. Они? Да, точно, вот он. Бляха-муха, пустой. Неудачный рейд, господа и дамы. Идея, конечно, славная. Прошвырнуться по тайникам. Ай, таймер красный. Ну вот как раз у меня идеально прям времени хватало, блин, на эти тайники. И трудно поверить, что из 8 тайников у меня даже сумка-разгрузка не накопилась. Хабара. Ну, дерьмо случается. Раз на раз не приходится. В следующий раз, может быть, и 3 зипа не хватит на эти 8 тайников. Видишь, оно как получается. Пойдем тогда на берег. Делать квесты, по которым я фейланулся, Децл, в первом забеге. Вот и все, в принципе, что удалось вынести. Ну, ни много ни мало, тысяч, может быть, на 100.
чуть больше. Ладно, все равно это можно расценивать как ману небесную, мы ничего не потеряли, просто дикий пошел и пришел, вот и все. Наверное, вот так вот сделаем это сюда. Почему? А, почему? Вот так вот. Чтобы дикого разгрузить. Полный схрон. Нормально. Итак, ЧВК мой готов полностью заряжен. Патроны, шматроны, все это есть. Можно не тянуть кота за яйца, сразу загружаться на берег. Вечернее время, кстати, есть. Так что вероятность выполнения квестов с маркерами повышается. Погнали. В общем и целом, мне осталось настрелять половину квеста по ботам. Мне 7 или 8 ботов осталось настрелять с АКМ на берегу. Плюс осталось 2 маркера. Это на коттеджах и на лазурном внизу, где скорая помощь стоит. Там нужно будет маркер воткнуть. Плюс нужно будет снова сходить на Норвинский, чтобы обнаружить группу терапевта бывшую. Ну а маркеры, которые нужно будет заложить на коттеджах и на лазурном, там же, в принципе, и вторая, и третья группа для терапевта тоже находится. Так что цель этого рейда ни много ни мало целых 3 квеста. И надо бы их закончить сегодня. Так, опять лодка на причале и тоннель, проход через скалы. Тоннель рабочий 100%. Проход через скалы и лодка на причале могут не работать. И я заспавнился на том же самом месте, мать его. Но я теперь человек опытный. Я тогда побегу в сторону дороги на таможню, противоположной на моему выходу, и оттуда пойду через всю локацию вдоль берега и буду выкашивать просто все, что будет попадаться. После того, как сделаю квест по ботам, пойду делать квест для прапора и терапевта. То же самое, те же самые тайники. Единственное, я теперь по другим тайникам пробегусь, покажу вам те тайники, которые прям вдоль дороги находятся. Это где? Бомбануло у кого-то. Санатории уже фигачат. Подходы. Чупа-чупс, чупа-чупс, мупа-чупс. Там еще есть тайничок. В общем, смотрите. Базовая станция, рядом с ней бочка. Я ее показывал. Я что, зря трезип, что ли, с собой взял? Сейчас мы посмотрим. Тайники. Тут колючка. Аккуратно. Возле беспилотника не буду смотреть тайники. Не по пути. Ай, фигня. Тарков говорит, хочешь просто так взять и лута вытащить? Не, так не пойдет, придется повоевать немножко. Железная дорога. Железная, а вот она. Железная дорога, и слева от нее у забора есть тайничок. В общем, мой маршрут будет следующим образом выстроен. Я сейчас пойду в сторону выхода тоннель. Ой, тоннель говорю. Дорога на таможню, там могут быть боты. И вдоль дороги прям буду идти, там есть и тайники, там есть и места, где могут появляться дикие. Буду делать в первую очередь квест с убийством диких с АКМ, потому что играть с ним, не знаю, конечно, интересное оружие, но у него отдача такая, что мне некомфортно с ним играть. Уж лучше что-нибудь другое возьму. Есть кабанчик. О, первый пошел. Где я, если честно, вообще не ожидал его тут встретить. Разгрузку заберу.
Все, пошел процесс. Пошел хабар в мешок. Забрать. Нормально. Следующий тайничок где-то возле вот этой скалы у воды. Где-то тут в кустиках должен быть. А вот кустик. Вот он, тайничок. Опачки. Что тут у нас? Тушенка вкусная. Рипстоп. Не то пальто. Тряпки можно вообще не таскать. Тряпки мне понадобятся по квесту, я знаю, но я их смогу сварить в убежище. Так что тряпки — это не проблема. Так, тут еще у воды есть тайник. Диких нет, да? А жаль. Ладно. О, есть. То это дикий? Да, это дикий. Занял позицию. Ой, блин, пока я. Чё ты где? А, вот он. О, хорош. Пока разберешься, чё почём, кто на чём. С позициями, с этим, с прицелом, с этим. Он уже от одиночества загнется. Еще один дикий. Ушел в копилку выполнения квеста. А респиратор заберем. Газ. Электрод. Пойдет. Вот. Вот так потихоньку, помаленьку этот квест и выполняется. Идешь, собираешь добришко в тайниках и по пути еще и шмаляешь диких. Кустья под корягой. Бочка. А в бочке DVD, чехол, о, физраствор, годнота. Следующий рядышком тоже тайничок между двух этих вагонов. Прям в аккурат посередине, в траве тут. А, вот он. Ногами нащупал. И в этом тайнике гайки и Ксюха. А чё бы нет? Полон БП. Двинули дальше. Здрасте, Настя. Отлично. Между прочим, начинает потихонечку темнеть. А мне надо до темна успеть все это дело. Долго сидеть, выглядывать, высматривать нельзя. Скажи, что ты не один тут, а? Нет больше никого.
Ладно, ладно. Что тут у нас? Что ты тут охранял? DVD. Саморезы. Пульки, соду заберем. Пойдем. Мы же не нашумели, значит, можем рискнуть дикого полутать. Внимание, ничего не привлекли. Что там у тебя, братюня? СКС. Нет, СКС не буду брать. Была бы охотничья промысловая, но я бы забрал. О, намордник можно забрать, у него поинтереснее моего. Хоп. Хоп. И РПС можно забрать. О, патроны, то, что надо. Спасибо. От сюнды. Маркеры сюнды. И все. Так вот. Следующий тайник под скалой. Дальше пойду не на Норвинский, а на Чупа-Чупс все-таки схожу. Кулер домой. Что там на Чупике? Вроде никого не стреляли. Ничего не взрывалось, ничего не стрелялось. Давай поднимусь, посмотрю, там точно должны быть дикие. Внутри. Вот он! Второй внутри. Нет, не внутри. Ты куда пошел? Успел, шмальнул. Давай быстрей. Можем спрут с него стянуть, с его оружия. И на спрут на этот вешать потом фонари. Вот тут фонарик тоже дешманские, простенькие, но зато одну ячейку занимают. А это будет спрут. Два крепления и два фонарика. В итоге одна ячейка мне пронесет больше 15 тысяч, это точно. Сачок заберем. Пожрать бы тоже не помешало. И третьего. Сила улучшена до четвертого. Хорошо. А вот и третий фонарик. С креплением. Бам. Нормалек. Респиратор забираем. Это как раз крайний респиратор, который мне нужен будет по квесту. Главное вынести его осталось. Ну что, на картотеке и на ящике времени у меня не остается. Быстренько посмотреть только компьютер с сейфом. Видеокарты. Тут видеокарты могут спавниться. Я находил здесь видеокарты. Деньги, деньги, деньги. А, нет, SSD. Тоже хорошо. И все. Там еще осталось-то их подстрелить, этих негодяев. 13. Ну все, двоих осталось мне подбить орлов. Пошли на Норвинске.
Ёпта, тут-то есть. Точно. И в баню, а. Понятно. И он меня туда же посылает. Ах, на Норвинский тогда не сходить. О, знаешь, что тогда сделаем? Тогда мы на ТЭЦ, ой, на ГЭС пойдем. Если на ГЭС боты живые, то мы сможем там как раз квест добить. А если мы добьем квест, то можно будет подниматься наверх в лазурный. Как раз он здесь все свои дела, я надеюсь, успеет закончить. Я в аккурат потом к Норвинскому спущусь. Не преследует меня, надеюсь. Вряд ли, он тоже там по своим делам кем-то ходит, походу. Хорошо. Забираем тайник под мостом, где пьяный танк. Мне бы жрачку какую-нибудь найти. Жрать, жрать. Обеливать. О, спасибо, Тарк. Ты так добр ко мне. Ценного лута не дал, но зато пожрать есть что. Наказываем горбушу и сверху соком заливаем. И нормально, можно будет дальше двигаться. Этот снаряд, по-моему, вообще ничего не стоит. По-моему, другой снаряд там дорогой. Ладно. Это все фигня. О, дикий стоит, смотри. Есть, все, последний остался. Если снайпер на крыше живой, то я готов поспорить, что его внизу есть. Дикий живой. А тот тип до сих пор там на Норвинском гранаты рвет. О, есть красавец. О-хо-хо-хо. Каратель доступен к завершению. Круто. То есть выйти с локации не обязательно, да, раз он доступен к завершению. 15 диких мы настреляли с АКМ на берегу. А это говорит о том, что я могу теперь педалить наверх к лазурному сначала. Так как Норвинский пока занят. Там сейчас будем метку, маяк закладывать. И группу терапевта сейчас найдем. А кровище-то тут... О, смотри, а тут кто-то лазил. О, кровище-то, смотри. Еще на мосту труп. Такое чувство, что это, скорее всего, тот тип, с которым на Норвинском мы пересеклись. Если это правильно, то значит этот тип идет со стороны лазурного. А это вдвойне хорошо. Значит, на лазурном нет никого. А только боты, если. Успеть бы до темна в этот... Как его фамилия? На коттедже сходить бы. Вот это было бы действительно здорово, потому что по темникам там лазить по коттеджам, если еще и там санитар будет со своими типами. Ух, тяжко мне там пробьется. Ну, ладно, про коттеджи мы потом подумаем. Сейчас давай про лазурный думать. Сыкотно мне тут лазить в этом лазурном, ей-богу. За любым окном, на любом балконе может практически сидеть. Какой-нибудь тип. Так, группа терапевта. И место торговли для прапора. Вон, смотри, 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 по коридору идут. Да ну... Ставься.
Ну... Фонариком маячит. Сейчас слева мне в башню как прилетит. Наверху еще видно. Тихо, не прыгай. Куда ты прыгаешь? Готов. И здесь слева внизу еще один был. Но искать я его не буду. Поставься, маяк, пожалуйста. Господи, как он тут ставится? Куда его втыкать-то надо? Что не так-то с маяками с этими? О! Нашел. Все, я пошел. Там какой-то тип еще на первом этаже терся, я лучше пошел. А вот и он, походу. Все, я Себастьяна нарисовал. Нормально. Защищайте цель. Ага, сейчас все брошу и пойду защищать. Сами там разберетесь. Готово, анестезия. Анестезия под задачу поставлена на Лазурном и на Норвинском. Группа теперь обнаружена только на Лазурном. Теперь идем на Норвинский. По этой стороне пойду. Откуда пришел, также в принципе и приду. Темнеет прям на глазах. Быстро сейчас стемнеет. Мне еще целых две точки надо будет проверить. Но может быть оно и к лучшему, что темнеет. Может быть никаким там ЧВК или челоботом на глаза не попадусь. Пусть они ходят там по Лазурному в аккурат. И так далее и тому подобное. Что тут у нас по опыту? 53. Нормально. И у этого товарища. О, мы еще и ТТ можно забрать. У него нулевая разгрузка. Давай поменяем. Свою кидану тут. А ну-ка. В масле, в пакете еще. Бундука выкидываем, авиатор забираем. И патроны на родину, пожалуйста. Чистоган на заправке. Раз тот тип на Норвинском терся, он, скорее всего, тут все и уже и почекрыжил, да? Подчистил все от ботов. Благо, мне теперь боты не нужны. Мне главное туда спуститься вниз к Норвинскому. Обнаружить группу. И все, я пойду на крайнюю, третью точку. Рискну, пожалуй, сделать сразу три квеста. О, вижу клиента, смотри. Не, значит, не всех он выкосил. А может, уже новый народился. Новое поколение. Так сказать. Вау, романтика-то какая, зацените. Закат. И типа...
Все, мне больше ничего не надо. Мне только группу обнаружить. Маяк я уже ставил. Знаю, что там есть компьютеры, знаю, что там есть два сейфа. Знаю, что там есть картотеки. Но я хочу до темна успеть сходить. Блин, какой красивый закат-то. Идти твоим... Ой, это надо, это превью надо делать, пацаны. Это надо скриншоты на превью делать. Чик. Чик. Ва-а-а. Ништяк. Ну. Бам. Фотосессия, мать её. Здрасте. Пьяный валяется уже. Еще один респиратор. У меня уже хватали эти. Тайник открыт. Хорошо. Значится, мы сейчас валим. 20 минут у меня в запасе. Ой, хорошо как. Ой, хорошо как. Вот, блин, почему я первый рейд-то так не сделал? Сразу не пошел на дорогу к таможне, блин. Спокойно обошел бы все это дело. Пострелял бы там, кого надо. Помаячил бы. А, хотя, подожди, может быть, оно что-нибудь делается, то к лучшему делается. Потому что здесь на Норвинском гора трупов лежала. Может быть, я в той горе и лежал бы аккуратно. Так что все нормально. Нормально, еще давай. Какой-нибудь. Бам, вот такой вот скриншотик. Нормас. Не налюбуешься прям. На полуостров можно было бы сгонять еще. Ну, если время будет, может и сгоняем еще на полуостров. Там тоже есть где поковыряться. 20 минут. Это как раз, если сейчас там беспрепятственно все сделаем. А, нет, не пойдем на полуостров. Немножко другое помутим. Сейчас скажу, что. Вот эти хорошие патроны. Если быстро там все сделаем, то я лучше в деревне быстренько утонусь. Итак, двигаем к коттеджам. Во дворе закрытого коттеджа стоит скорая помощь. Возле этой скорой помощи лежат тела. Это и есть группа терапевта. Как раз третья, крайняя группа, последняя по этому квесту. Вот этому нужно вообще наказать сейчас прям. Потому что у меня и так 40 килограмм уже веса. Звездочку принять. И там же рядышком у этого же коттеджа, прям под окнами, стоит еще один столик со всякими медикаментами. Это как раз то, что нужно по квесту для прапорщика. Крайняя метка. Там же ставится. И все, если я это все сделаю, и там не будет санитара со свитой, я думаю, выйти с локации уже не проблема будет, так как я в сторону выхода шел все это время. Момент истины. По-моему, никого нет. Вот они тела. Оп. Ого. А это знаете где? Это на Норвинском. А вот он столик. Ну вот чё опять с маяками-то с этими? Ну твою мать. Куда его присобачить? О, нашел. Капец, блин. Фигня какая-то. Взрыв гранаты был на Норвинском. И у меня есть подозрение, что они сидели в помещении эти. Санитары и кореша его. Но тут... Нет, настежь все. Тут мы ничего не посмотрим. А, подожди, в деревне же... Сколько там? Куча целая тайников. Знаешь, сколько? 1, 2, 3, 4,
5. 5 тайников сейчас посмотрим. Вам же там, наверное, не видно ни хера. Так, а тут я проскочить. Могу? Да, смогу. А, вот же газель стоит, я не туда пошел. Я вот сюда. Попутал берега. Вот здесь в кустах тайничок. Но в этой стороне тишина полнейшая. Если только на какого-нибудь дикого не нарвусь, там челобота, случайно совершенно. Либо еще хуже, на какого-нибудь сектанта, культиста. Все будет окей. Так, бетонные кольца. Тайничок. Опа. И тут у нас броня 4 класса, но ни к чему она мне. Блин, я думал, там битком забитый тайник. Губу уже раскатал. Мусорки напротив. О, вот тут поинтереснее что-то. Сок. Шлемак. И ТБМ можно вынуть. Пятнадцать минут у меня осталось. Еще пару тайников знаю где. Так, по тупиковой улице. Крайний дом справа. А здесь я смогу пройти? Да, есть проход. А дальше по дровам только, да? Да, походу по дровам. И за сараем тут. Вот он тайник. А там болото с культистами. Фонарик выключу, это палево. Во, слева. И флис заберу. Место есть. Свободное. Все равно. Как-то так. Времянка на таможне. А пофиг, продадим. Все, крайний тайник, который я знаю здесь в деревне. У бетонного забора. За прицепом здесь. Вот тут в кустах где-то. Вот он. Вурен, вурен. Сликерс. И молоко. Жрем, пьем. Ну и домик посмотрим на... напоследок. Может, что-нибудь запихаем в пару ячеек свободных. О, баня открыта. Ой, сумка открыта, все, понял. Не, не вариант. Тогда схожу, есть время еще на один тайничок. И точно пойду на выход.
него пойдет. ГСШ я бы забрал тоже. А вот чтобы ГСШ забрать, мне надо пару ячеек. Одну ячейку освободить каким-то макаром. Что-то надо придумать тут. Как придумать? Вот так. Не, фигня. Не, подожди, что-то я не то придумал. Давай вот так. Я тоже фигня. О, есть вариант. Чик. И цунды. О, господи, глаза разбегаются. Все. Все, битком напихал. Все ячейки нафиг поперезанимал. Вот это я понимаю. Вот это полутался, так полутался. 9.09. Все, я пошел на выход. Темень уже кромешная. Я не рискну пойти сейчас на полуостров, потому что на полуостров, если я уйду, а назад меня кто-то подсечет, а уже красный таймер, скорее всего, на выход будут бежать сюда, к туннелю. То это получится билет в один конец. Я не хочу там остаться на полуострове. Яишко мне ни к чему. Все, я домой. Хороший рейд получился. Хороший денек выдался, я вам скажу. Получилось почти что у меня уже выполнить целых 3 квеста за один рейд. И это круто, очень даже круто. Кучу целую хабара я притащу сейчас домой. Еще и квестов закрою целых 3 штуки. Приятный рейд. Люблю я больше вот такие рейды, когда ты побегал по локации, полутал, пострелял еще немножко. Здорово. 12 диких. Неплохо, неплохо. За один рейд. И то в качестве вынужденной меры. Полностью забит у меня схрон и полностью ЧВК забит. 98 с половиной тысяч надо торговать. Но прежде чем к этому приступим, надо сдать квесты. Каратель можно завершить квест 15 с 15. Анестезия тоже готов к выполнению. И выдает у меня каратель часть 2. Передать маски прапору 7 штук. 5 у меня имеется. Блин, 2 не насобирал маски. Забыл вообще про эти маски. Из глушителя 12 человек надо было убить. Блин, я только что сделал 12 с глушителя на победе. Ладно, окей, еще раз придется на берег идти по этому квесту. Полумаски сами себя, я думаю, найдут спокойно, когда буду по диким ходить. Терапевту сдаем квест коллеги часть 1. Группы все 3 мы нашли на Перси коттеджах и санатория. Коллеги, часть 2. Найти в рейде помеченный синим символом хирургический набор санитара и офтальмоскоп с маркировкой санитара. Это тоже на берегу выполняется. Я знаю, где это делается. Надо будет идти на Норвинский и на коттеджи. Причем на платный коттедж, по-моему, надо будет идти. Ой, платный, говорю, закрытый. Надо будет ключ купить от закрытого коттеджа. У лыжника открылся еще один квест. Игра наверняк называется. Хорошо заглянул. Положить маркеры в медконтейнер у санатория, коттеджа и на пирсе. Все то же самое, что я делал только что для прапорщика. Теперь надо будет сделать для лыжника. И опять же на берег надо будет идти. У миротворца появился квест образцы, по которому мне надо будет целую гору притащить шприцов со всякими стимуляторами, да? А что случилось? Тарков, не болей. А, у меня игра зависла, короче. Сейчас перезайду в игру. Есть. Найти в рейде... Да-да-да-да-да. Точняк. Стимуляторы всякие там и прочие прелести. У меня только один из всего списка есть. Ох, долго это будет песня с этими стимуляторами. Но, может быть, нам не обязательно его будет выполнять, чтобы максимум был у нас лояльности с миротворцем. Ладно, поживем, увидим. У механика дополнительный квест «Кабинет химии» появился. Я просто в шоке с того, как по санитару пробежал по его точкам. Сразу все... Ого, он видеокарту мне даст. У награду. Ями. Найти кабинет химии, говорит. Найти в санитар... в санатории кабинет санитара. Знаю, где он находится, покажу.
И, кстати, сам того не зная, я сделал путь выживальщика Фелин. Ну как сделал, 4 из 6 убийств сделал, без ПНВ и тепловизора. Забыл совсем про этот квест, если бы я знал, я бы походил бы еще, посмотрел, может быть, дикарей, вместо того, чтобы ходить по тайникам каким-то. Ну, осталось всего двое, это не страшно. Ночью, короче, загружусь на берег, выполнять мне еще кучу там целую квестов, так что сделаем. Эрцас по квесту оружейник 400 тысяч примерно стоит. Мне есть куда вкладывать сейчас деньги. Весь лут, который я насобирал за эти рейды за сегодня, я продал, и у меня накопилось больше миллиона деньжат для улучшения медблока. Бам, 12 часов, медблок 3 уровня будет. Там как раз всякие обдолбосы, шмотдолбосы, и для этого и можно будет поварить для миротворца. А, и еще чуть не забыл, пищеблок тоже можно будет качнуть до 3 уровня. Сейчас мы докупим тут то, что нужно. И закажем варку тоже этого пищеблока. Медблок, пищеблок будет, и уже можно будет дальше следующие улучшения делать, апгрейды в убежище. Но это все уже будет в следующем эпизоде, в следующем выпуске, так что день 15 будет тоже прогрессивный по убежке. На месте не стоим, значит. Пожалуй, на сегодня хватит. Набегался на берегу, как чертяка вообще. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, выпуск вам понравился. Всем удачных рейдов, до связи, до следующего выпуска. До свидания.